24 августа 2023 год. Поздравляю с Днем независимости Украины всех. Про Украину у меня есть такой афоризм. Написал 6 марта 2013 далекого года. В раю закончилось место, и Господь создал Украину. Затем в аду закончились места, и страна обзавелась правителями. Кроме того, еще, наверное, стоит здесь привести такой пример афоризма моего про Украину, касающегося Украины. Написал его я уже 16 марта 2015 года под Луганском в составе 92-й механизированной бригады. Я воюю за Украину на Донбассе, чтобы мои сыновья не воевали за Россию в Азербайджане, Молдове, Грузии. Всех с Днем независимости Украины!